Смогу ли я повлиять на избавление от зависимости сына? Всего хорошего вам и вашей семье. Когда человек спрашивает у меня, то скорее всего он ждет, что я ему отвечу в виде какой-то эзотерической практики. Такая практика действительно существует. Она называется вымаливание. Но смотрите, здесь необходимо четко для себя понимать. Вы сына своего разделяете с привычкой или привычка и сын — это одно и то же? В случае, если привычка и сын стал одним и тем же, то тогда, скорее всего, вы ему помочь не сможете. В случае, если вы разделяете этого человека на человека, которого вы знали без привычки, и на человека, которого вы знаете с привычкой, то, возможно, вам поможет мой метод, который 100%, ну, наверняка подействует на такого вашего близкого человека. Итак. Первое, что необходимо сделать, необходимо в воспоминаниях разделить вашего ребенка и сказать, вот представить, с одной стороны, с левой или с правой находится человек, к которому вы хорошо относитесь, и говорите: ты мой сыночек, ты мой зайчик, ты мое дорогое существо, ты мой самый любимый, мама тебя любит. Представьте его маленьким или выросшим, но так, чтобы у вас появились хорошие чувства. И представьте рядом второго человека или второе существо. Такое второе существо — это существо, у которого есть привязка. И второе существо, начните его ругать, это существо, и говорить, что ты пристала к моему ребенку, сколько это может длиться, как же ты задолбала. После чего обведите, как я обучаю это делать правильно, или запечатайте, как я обучаю это делать правильно на первой ступени в школе Кайлас. После чего из вот этого запечатанного мира вытолкните плохую привычку, или, вытолкнув за пределы энергетической ауры, соберите это все и сожгите на свече. Вот таким образом вы сможете эффективно помочь. Сколько делать? Если час каждый день, то на протяжении одного месяца будут 100% уникальные, великолепные результаты. Также очень много об этом я рассказываю на первой ступени.